Что-то опять за крабьи лапки. Ну, может, мы их окружим, как это в фильме с Чарли Чаплином. Вот мы на маяк сначала вылезем, посмотрим саму высадку, там горки рядом, а потом высадимся вон там и мы будем скрыты под горой и начнем двигаться уже на север, этот северо-восток. Ну, нам придется вас ждать, потому что, как в прошлый раз, мы первыми полезем, мы уже сольемся, а вы еще только-только пройдете. Ну, да, смысла ждать, нам надо наоборот быстрее в парасик пройти. Я думаю, они все равно на вас вытягиваться будут. Где у вас спаун новый? Вы же миссию переделывали, нет? Ага, нет. Так мне тебе сказали. Ну да. Сгоните с Питера. Я данные должен быть. Так, и чекарный матерись, что правило, не знаю, что я. Хочешь бан получить? Все, я пошел, ладно. Давай. Что? Иди отсюда, че? Так. Выше, что ли, пошел? КВ, ДВ, это. Дайте, я потопка. Кто с какой стороны пойдет? Написал ДВ и КВ. Так, у нас отделение, то что у нас как? Твое самое большое, я так понимаю. Мы тогда какой фланг? Левый, правый? На базу или в честь города? Да, я ушел. Пытаться ворона заставить с нами плыть. Здоник. Че? Мы, мое отделение, по левой ему уйдет или по правому стрелке? Я предлагаю... Предлагаю по правой. Мое отделение по правой? Угу. Хорошо. Сданька, другие. Так, я еще вот что предлагаю. Это вырос тебе. Знаешь, что? Что? Отсюда вот твоя красненькая линия, понял? Понял. Короче, с востока. Ну, восточный заходить. Восточный? Ты ну, уверен, вот с этой линии. Восточная линия, где расходится. Короче, забей. Ты видишь красную линию? Ты понял? Это у тебя есть. Вижу. Красная. Ну, да. Все, хорошо. Так, ну все. А ну, кто да, на чем да. едет? Ну, мы можем у вас взять. КПВ-то не будем брать? Не, его не возьму. Какой КПВ-то? Ну, можем Урал взять там, у вас, да, без разницы. КМТ. Мы возьмем, наверное, СПНчик. СПНчик. Нам Урал взять или у вас? Вообще надо на этой миске, Паш, потом УАЗик это тоже, наверное, сделать с ДШК.
то у противника там есть 7-2. Так-то. Mm-hmm. Обычно он всех и встречает. Да-да. Ну так что? Ты решишь? Я беру ПКМТ. Тебе предлагаю взять Уральчик или УАЗик. Ну, УАЗик быстрее. Ну, мельче и быстрее. Да. Хорошо. Все, я к наверху. Ну, УАЗик, правда, и горит быстрее. Да. Стой, не мог метки поставить? Ты петух. Да-да, слышу. БЕ, короче. Он БЕ чистит. Хорошо. Так, что это? Да, мое отделение, давайте куда-нибудь в группу, там, третий взвод спустимся. Ворон, ты с нами или нет? Так, кто там у нас еще здесь? Так, Repeat Fort, военный, обе фикс, Иванчик. Все на месте. Repeat на месте. Fort, форта нет. Что с Химон делает? В общем, нарисовываем маршрут синий от базы. Берем УАЗик один. Едем по синему маршруту, там потом от него идет от синего маршрута, где стрелка ответвления зеленый маршрут, это вот мы будем прорываться так, через кусты в город по райсу, там где-то в городе кидаем его, и дальше заходим по этой, по линии, по стрелке. Понятно. Мы когда до зеленой стрелки доедем, тебе не понравится, потому что там зелени-то особо нету. Ну, у нас вариантов-то нет. Мы можем, конечно, с гор спуститься. А, и да, и УАЗик на 5 человек, а нас 6. Нет, не на 5, на 7. Там много людей вмещается. Сзади 2 еще места. Позади 3-местного креса. Ладно. А, это триггер красный или как? Да. А, что это за красный триггер? Зачем надо ехать по зеленке, если у них триггер? Нет, они его покинуть могут, только у них там 2 человека должно остаться. А-а-а. То есть они могут по всей карте ходить. Да, это проблематично. Тогда мод в городе засесть, просто в захвате ждать нас. Я говорю, за городом бросить УАЗик и как-то просочиться. Нам, в принципе, в городе вступать в какой-то контакт с огневым лучше увернуться. Паша, мы готовы? Ну да. КВшки-то там написано, все отлично. Что-то быстро как-то. Я ж удивлен. Тут молниеносная. Молниеносная игра. Только мы и выживем. Только мы и не выживем. Да. Что за красная стрелка? Там где Аздоник? Это Аздоник нарисовал своему отделению. Нас интересует только синий маршрут до сопряжения с зеленым. Эй, а здесь по зеленому там опять сопряжение с синим. Чувствую, по полям будем бегать хорошо. Ну мы как, из города выйдем и скорее всего ползком не бегать. Там выживают в основном те, кто ползком. У нас 60 минут, спешить в принципе некуда. Потом как-нибудь скину вам план атаки на немцы, когда вагон захватывали, прошлой миссии. Ага. Я его сохраню. Засадный спидер. Все ясно. Спидер засадит. Ага. Спарайся бомбанем, короче, фруктовую лавку, возьмем Волгу и на таран пойдем. Да, кстати, сетчелы в ящике не забудьте взять, там на базе есть. Что-то либо смертника не стали делать. Ну, спидер старт горит. Не договорились как бы. Да, все. Но нам ничто не мешает это делать. Я не могу взрывчатку. Пойдем транспорт. РПГ вообще их нет. В инвентаре. Дистанционно нельзя взорвать. Пока не можно. Можно ставить на время, просто доехать до туда и там где-нибудь. Высадиться и убежать.
ПНВ выкидывал, наверное, не пригодится. А вы, я не вкурил, так, какая? Так, чего, где брать? Ящик где-то здесь должен быть, еще простой. А есть, да, за УАЗиком. Слушайте. Можно я РПЕ, наверное, или что? Что там есть? А, да, есть здесь, и мины даже есть. Гранат надо взять парочку. Я две штуки возьму на всякий случай, правда, 40 килограмм у меня. Я взял две, Паш, я взял две, два сача. Ладно, кину, а то у меня дышка еще. И, если что, ну, кто-нибудь у меня. Мины есть, ух ты. Я тоже взял. А просто зачем они? Зачем? Да. Я не знаю, а ящик, видимо, стандартный добавлен. А то же сейчас хватит? Да, одной хватит. Кто-то не влезет. Стрельба непонятная. Бизон. Да. Придет. А кто в город забрал? Куда просто забрали? УАЗик скинул. Даже слоники прочее. Что есть там? Слоники. А, все равно. А что-нибудь интересное там есть? Да, вот. Ну ты можешь посмотреть. Никому ДВ. ДВ кому? Ну, взрывчатка есть, я могу одну взять. Кому ДВ? Так, отделение, грузимся в первый УАЗик и уезжаем, все уже здесь делать нечего. Отдам ДВ. Хорошая. Ну все, короче, я взял. Одну. Давай, 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 давай. Ау. У ФСБ. Первый УАЗик. Одного не хватает. Все-таки. Все, все в машине. Короче, блядь, сейчас. Нас же шестеро, нет? Да-да-да. Ну, у нас шестеро. Шестеро, поехали. Я троих сзади вижу, и один еще там он сидит. Я просто не хотел двоих не сидеть. За место мешка, короче. Паша, GPS есть? Угу. Сейчас линии кто-то рисовал так хреново, что... Хрен пойми, как ехать. А за двоих? Ну... Я там чуть-чуть подправил. Вижу. Нам главное свернуть раньше, чем мы выйдем в зону прямой видимости. Меня слышно? Слышно. Там микрофон. Алёха, того. Поверь, лучше микрофон. Это группа Е, мы выехали. Да у него просто вообще микрофон из-под караоке. Это китайский. Слышно? Молодочка. Его чуть-чуть тронешь, он начинает. Петь он начинает. Ну да. Сам. Как китаец, да? Сам поет. О, тебе еще повезло. Вот вопрос. За один клик делается 3, и я не могу взаимодействовать с предметами. Когда мы выйдем в красный триггер, там же пустота получается. Там нет укрытия. Как я вижу по карте. Там в карте нет, есть, кусты, да. Есть деревья такие невысокие. Есть маленькие. Там, да. Ну, короче, там главное не щелкать клювом, потому что в кустах могут сидеть, поэтому все внимательно. Фара включена? Не фара? Нет, это просто дает стекло с оттенком грязный, типа, и оно кажется, что фара. Предлагаю пораньше остановиться, пораньше метки. Мне кажется, у них есть снайпер. Метки зеленые 1, 1Е. Ты про это? Она, наверное, имеет в виду, наверное. И мы тут как только к городу подъедем, сразу остановимся и все. Ну, по местности посмотрим, если там будет раньше лесок начинаться какой-нибудь, там остановимся. У меня план гасили стоит. Что, давай, нормально вообще. Оружие дали, такое дали. Если не нравится, обменяйся. Не, в смысле, там написано, что группа должна быть. С трупами обменяемся. Это группа Е, мы едем. Мы должны первым лететь, да?
Нет, мы просто собрались быстрее, выехали быстрее. Организованнее. Не то, что там всякие бои. Они на болотах вообще. Ага. Они хотят прийти последними, когда уже там половина все расшоптана. Конечно, ну, зато они все продают. Да как всегда. Было бы неплохо, если бы взрывчатка в инвентаре или тренировок. Да и вызывает. Вот у нас бы спадение и все. По рюкзаку стреляешь, да, и бубух. Да, и... красиво. Репит, ты слышишь, что там Маздоник промямил? Нет, я не включал ДВшку. Настраивал. Повтори еще раз. Если раньше нас будете, особо не ждите нас, продвигайтесь по разнику. Понял, не ждать. Их не ждать? Да, их не ждать. Что двигаться без них, если они... мы раньше их. Ну понятно, как я и сказал. Когда заложим взрывчатку, есть смысл убегать или сразу же взрывать на месте? Смотря как хочешь попасть в статистику мертвым или живым. А взрывать на этом самом? Ты имеешь в виду на дистанционном взрывателе? Ну не, просто побегу его, заложу, и есть ли смысл вообще убегать или уже прям там взрывать? Есть смысл, потому что она может просто не сравнить, ну, взрыва не хватить. А вот. Если я убегу, я вот убегу. Видите, какие здесь кусты, вот и мы едем уже по зеленой линии. На таймере ставьте только бомбы, а то если убьют, то никому не дожить. Угу. Ее надо будет дезактивировать, потом опять. Ее, кстати, по-моему, даже не получится ничего с ней сделать. Сложно. Главное, в кусты не ставьте. Это да, мой зеленый. Зелен. Ой, это какие жопные громко. Кусты, ё-моё. Ну, с заднего сиденья вообще ничего не видно. Не знаю, я сижу, у меня рост что ли такой высокий, башкой упираюсь в потолок. Да, это личная проблема. Армы. Да и не только армы, и в жизни так. Коленки страдают, голова страдает. На голос моделит людей, на голос моделит машинки. Водитель-то все равно нормально сидит. Да. Ну они подгоняли его. Кресло да, и все регулируется. Да, суть даже видно походу, что, по-моему, рядом с тобой твой человек. Где мы? Повыше. Это песто. Сейчас. Где это песто? Песта. Песто. Вот завод у приятеля. На нас красная метка же, да? Да? А? Вот где мы, вот я дал метку, где мы стоим. Оо. А мы уже сюда подъехали? Да. А, или нет, здесь? Или песто? Нет, это песто. Да, 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 да. Я уже испугался. Ну, даже в окно не посмотреть. Ты сейчас видно слева, слева. Блять, с горы. Сейчас, если начну стрелять, то в рацепную, да? Ну, вероятно. Сейчас мы скроемся. Рассыпаться есть смысл, а потом это собираться в банку. Короче, видели же, как тараканов поднимаешь какую-нибудь там кружку, да? По кружку они в рассыпную. Ты уже в парасе едешь? Блин, у меня тараканов не будет. Может, там? Да не было ни разу. Мы ворвемся туда. Вот один раз был за сколько? Лет 15-16, один раз. Вот, я тоже по памяти рассказывал. И то он был в ванной почему-то. Бедный доходяга, да? А, это было это, с этого, с флота. Ну, это особый вид, наверное. Это город? Да. Вот сейчас, если ковырнемся, будет хорошо. Маскировка. Почему по нам не те трубы? Нас уже прослушивают. Так, что, все, мы здесь отбросаем или пешком? Да, можно. Пешком дали. Да нас все равно бы уже вычислили, у нас путь поднимается сзади. Это команда. Можно еще УАЗик заминировать, если труп зачем? Заминировать и взорвать. Ну все, да? Да, да. Да. Метка у нас. Говорит, знаешь, мы в парасе, все. Так.
Раздоник, метку на себя дал, где мы находимся. Давай еще нашел. Повтори. Дал на себя метку, где мы находимся. Все, мы там. Сейчас я ДВшку потише сделаю. Так, ну все. Потихонечку вперед. Вижу отсюда вышку базы. В камнях вроде никого нет. А в этих, да, галышах больших. Чё говоришь? Больших галышах перед нами. Да, угу. Двигаться. Сейчас подождите, я горы посмотрю. Вроде на склонах никого нет. Что один на один? А, черт его знает. А Аздоник, вы уже на месте 1-1, а? Так точно. Хреново резкие. Да, они там. Догоняем их. Как принято. Понял. В бой вступили? Понял. Нет, пока не вступили. Пока не вступили. Так, с правой стороны обходим. Тут был. Да. Ну, поэтому слушай. По отряду один одинок. И до подавления сразу. Так, кстати. Посмотреть можно сейчас. Ну, в кустах ничего не увижу, а, к сожалению, дальность прорисовки не даст. Ладно, сейчас обходим эту церковь и идем. Уставшие есть? Уставших нет. Аж на где-то 2 часа там вот, вверх, верхушка. И чё? На северо-востоке там надо. Ладно, на северо-востоке там. Я смотрел туда в бинокль. Стоит? Ну, в Липексе можно, или как называют его, в клипе, поставить расширенный компас, то есть... Вот а, у меня был раньше, я потом выключу. Но он обратно никак не делается, то есть что? Делается, делается. Удаление, убрать движение. Надо там же выставить. Че? Отключить. Мы ушли на запад. На запад двигайся. Церковь у тебя будет на вышине с левой стороны, и дорога внизу будет. Вот мы по ней двигаемся. Боже, можем просто дождаться. Боже, как Соник убежал. Чего? Раньше мой человек был старенький, назывался Соник. Вот ты примерно с той же скоростью убежал отсюда. Ага. Раз, давайте начинаем. Здесь заныкаем все, отдохнем. Военного подождем. Смущаемся. Или фор.
Там бежит кто-то. Мимо пробежал. Мимо пробежал, он туда повернул, направо свернул. Сейчас, сейчас. Давай, давай, направо, направо, 90, поворачивай. На запад беги, на запад. Вот давай, поверни на 45 градусов влево. Беги, 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 прямо. Сейчас, да, давай, давай, давай. Сейчас, давай, сейчас еще по нам стрелять начнет. Прижимайся к забору, который правее тебя. Правее, который правее. А там один стоит. Водник в конце улицы. Ну это Аздонь. Четверо здесь. Ну все, двигаемся. Ванчик. На 320 теперь через дома пройдем. Ванчик улетает. Ну ничего, он метки наш увидит, дойдет. Через двор идем, через двор. Буду стоять вас ждать, у кого дома наверху. Да, запомните все, кого камуфляж. Чё говоришь? И западное побережье, никого там не увидели. Стреляешь, что ли, в домик? Там аэродром, не посматриваем сейчас на улице. Всем внимание, запомните свой камуфляж, чтобы стрелять по врагам. Тоже зеленый, да? Ну, они вроде тоже зеленые, но не такие. Рефьют. Да. Мне камуфляж помогает на лице, на этом. Всё, все здесь? Зеленые. Ну, как тебе сказать, да? Такой же, как все. Отставшие есть? Отставших нет, Иванчик понял, он зайдет, все двигай. На 280. Сейчас выглянем из-за горы, посмотрим, что тут творится. Сильно не вылезает. Так, осмотрим горизонт. Да-да-да, но я окрестности хочу посмотреть, не хочу, что... Не хочу дышака в спину, не хочу. Я бы думал, что тот, который у нас на 3 часа. Так, кто там у нас бежит? На 208 далеко в кустах, там кто-то бегал, вроде по нашей форме похож. По очертаниям. Дельта, возможно, нас побежает. Спасибо. Будьте аккуратны. Так, да, вот у нас, да, смотрите, да, бункер на 290 где-то, наверное, 200, на 310, на взлетке стоит, рядом с радаром, и еще дальше правее, и еще дальше правее, тут, короче, на центре взлетки бункеры стоят, куча их. Там сидят, еще найду. Могут сидеть точно. И на военной базе крыши домов тоже надо будет посматривать, периодически с них тоже что-то по... Прилетать может быть. А на карте появилась метка, один чел в бункере сидит. Про тот, который ты говоришь. Вот. Дельта, если можешь, завяжи бой. Да, один чел в бункере. А у нас с оптикового снайпера есть кого? Ты есть снайпер. Ну я не снайпер, у меня ПСОшка, она кривая. Форт Макс. Я уходил. СХДшка. Там не снайпер.
Короче, эту школу вы видите, не входябельную школу. На 330. С маленькой надстройкой такой. С оградой вокруг надстройки. Балкончик такой. Трубчатая ограда. От нее левее домик. Там может тоже сидеть кто-то. С покатой крышей. Серый дом. Поняли? Сейчас, короче, вниз сюда, в низину, в зеленку спускаемся. Пошли. А в зеленке аккуратнее, вот в кустах сидит. Ну, здесь и Аздоник может сидеть. Там говорят, вроде на территории комплекса что-то. Дельта, это у вас контакт? Выстрел слышу. Да, аналогично. Ух ты, это вот это уже не наше. Доник, прием. Нам куда идти? На базу? Штурмовать комплекс. Понял. Базу штурмуем, короче. Где-то рядом здесь работают. На 270, на 290 вернее, да? Мы сейчас можем упереться нашим в спину. Аккуратно. А, вижу забор. Предлагаю сделать дырку в заборе, взорвать. Блин, ты тоже враг стреляй, да? Сейчас слева. Да, слева нечего. Я устал, пролягу. Давайте сейчас отдыхаем сначала. А уже потом будем ломать забор и прорываться. Паша, в бинокль можешь посмотреть где-нибудь на 40, все места, что видно? На школа не входябельная, да? Там две. Школа не входябельная, рядом с ней домик входябельный. Ну, а сзади прикрывают. Да. Ребята, по своим долбите, да, по своим долбите. По своим долбите, вашу мать. Отставить огонь, блядь. Так, МК стреляет, алло, репит. Еще и Каваш стрелял. МК стреляет. ПЗ, привет. ПЗ живой? Есть. Репит живой? Дымить, все равно спалили. Паша, назад. Дымы. Да, да, ну я тебя могу потерять сознание. Я тебя вытащу сейчас. У меня, потому что одна дымит отсюда. Че там, на сильной потере? Ну, двое в глазах. Двое, один. А, вообще. Я сознание теряю. Блять. Ну как так? Паша, уходим, будешь дальше. Да. Это за дерево, давай хотя бы. Между ангарами сидит, стреляет походу. Их. Флайер. Ах ты. Между ангаров, да. Флайер. Ну. Ну сначала Калаш по нам работал. Ну да, это свои были. Да. Причем как бы не Аздоник. Я вообще, я как обычно, мне больше всех надо забегаю в дом,
Ну и разменялся, блин. На спидера посмотрите. Лень, засаду, видать, где-то устраивал, чуть ли не у нас на респе. Понятно. А чё, он без техники остался? Не знаю, я вот таким уже застал, он уже безо всего бежал. Дальномер. Где оружие? Да, бывает. Ну, он идет в сторону взлетки. Поездок он будет идти. Угу. Оказывается, у нас в кустах там кто-то ходит. Где мы шли? Краб. И на линии на нашей, которые мы ехали с Дони, красные, там тоже контрадеры сходят. Пидор, блядь. Кто? А, соснул, блядь, сразу. Короче, нас спалили еще в городе. Угу. Краб где-то сидел, надо было его найти. Да, скорее всего. Я думаю, что на этом холмике сидел, который сзади него. А чем ФСБ занимается там, наверное? Снайпер. Ну я понял, что он снайпер. Так он что-то не там. Нет. Вообще реально, с такого расстояния с ФСБ стрелять. Бред. Ух. Топовый снайпер. Кто-то залип. Мальборо. Мальборо? Да. Залип. Нифига. Сейчас будет самое веселое. Краб ищет наших. Ну, наши знают, что там кто-то есть. Вряд ли. Вообще знают, что он со спины идет. Ну да. А кого? В этих кустах не найдешь. Кого я на лестнице убил? В дом заходил. Вверх. Уже близко. Самый удачный вход здесь, конечно, со стороны мура. С запада. Оставил для себя козырное место, нашел и все. И залип, да? Угу. С камуфляжем их белый. Угу. Почему спидер пришел, блядь? Почему не бежит? Просрал машинку вот эту, наверное, все. Не, он же бежать должен. Ну так еще полчаса идти пешком. Угу. На шахте. Успеет, у него полчаса еще есть. Да и потом он придет и что делать будет, у него оружия нет. Тут трупы в куче. Опа. Взорвали что-то? ФСБ агент. Внедряется в спину. На эту базу, кстати, по-моему, лучше врываться не на пешком, вернее, а на машинках въезжать просто, влетать. Примут. Тем более, вводник, вводник бронированный есть, у них РПГ особо-то я не вижу. Ну, что-то тут значительно перебалансилось. Этих хаммеров с М2 нету. Они, по-моему, их не брали, или они где-то их... Нифига, у них снайпер есть. Или я убрал, не помню. Весь Каркарыч улетел. Прям под огонь флайера.
Ой, вот у ворона с левой стороны там. Параллельно нему движется еще враг. Сейчас будет встреча. Да. И со дворок не зайдет в спину, конечно. Если 20 метров. Просто 20 метров. Так, так, сближается, сближается. Скипстары сближается. Ворон? Нет. Это... Стейвен Эдди, это кто-то перезашел, видимо. А! Поймал. Бежит про ворона. Это почему ворона МК? Такой зашквар, сейчас я просто... Идет высадка, пацаны высаживаются, у меня интернет вылетает, зашибись. Иванчик тоже вылетел. Это просто, это такой... Меня просто взял интернет, именно не сервак, а именно интернет вылетел. Я сейчас мог просто пол отряда положить вражеского, вообще в легкую. Это ты умер? Я только что умер, Рокстар умер. Я на камнях сидел какой-то... как лодка с пехами выехал, я почти их встретил. И за камнями вылетел. Тут ничего смешного нету. А что Спитер делает? Да пешком. Гуляет. Он на хаммере катался и сломал его. Кстати, уже прошел большинство пути. Да? Ну чё за рангеку-то? В игре вижу, в ТС-ке не вижу. А, я, кажется, понял. Он ехал к нам в тыл, чтобы договориться с нами. Да, рангеку-то может быть не к другу пристался. Типа он нам дает каких-то винтовок снайперских. Мы штурмуем на 40-й минуте. Дарит. Это ФСБ там стреляет? Да. Да. Да, и походу меня свой убил, я своего убил. Чё лучше? Кто кого что убил? Да, короче, Рексара, короче, вылетел, захожу такой. Смотрю, метка враг. Точки 1-1-Т. Да, я начал чекать, сколько парней убил. Скидру в заборе проделали. И меня, походу, убили. Там же, свою. Нафиг там делает груз, можно зайти с главного входа. Ничего не знаю. Уже на главном входе сидят и все смотрят, как раз кто зайдет. Все равно успеет выстрелить. Можно забежать долго. Хотя фиг знает. Краб нашли. Они пасли этот главный вход. Выход. Я о чем говорю? У вас да не поранили. Краб раненый тоже. Интересно, чем занимается вражеский снайпер? А он где? Рунге Кутте. Ага. Он в кусте сидел последний раз, вот сидит там же. Он лежит в низине и ни черта не видит из нее. Зачем? Может, он такой гейминг. Стиль игры. Ой, краб что-то чувствует. Решил задымить. А, он ворона пасет. Ворон уже здесь. Репит видит дым. Угу. Или не видит. Не видит еще. Или видит. Что за дым? Гуэйн. Дипа крабкин. Всё, сама. Репит. Краб дал. Репит. Да, да. Да я на гранату начал переключаться. Да, там не помогу, там с второго этажа тебя сняли. Ты краб. Видимо, забежал, да, как раз? Вон там сидел, в этом доме, на лесенке или че, потом дым кинул. Ну я слышал его, я хотел гранату туда закинуть. Ну он тебя тоже слышал, он дым кинул.
А, он меня прикол. Слышал? Че, да? Ну, наверное. Посмотри-то с Питера. Я с Питера? Я стрелял. Я с Питера. С той же стороны. Точно. Че вы как слились, пацаны? А, ебать, какая-то меткая сука, а? Я посмотри, где он находится. Я форту сказал, но что-то это... Вот урок тоже сдохнул. Блин, какой он меткий, урод, он меня первым шотом сейчас кильнул. Я блин, думал, он прям слепой. Кочегар, а ты как слился? Раньше фланковать чувака. Чё, Димон, смотрю в бинокль, блядь, охуенно, да? Заметил, да, убираю бинокль. Да, я что-то это провалил. Я его смотрел, но я его не видел. В смысле, я думал, что там кто-то реально и будет. Но что-то его не убил, он реально так лежит. У него ещё лицо черное. Я не про этого, про того, который меня ёбнул. А, так лол. Так лол, я тебе говорил, что кто-то там бегает. Ты мне говоришь, это самое, ты мне такой, я. Блин, форт. Тем более, я в доме сидел, я его не мог увидеть, я его потом же выебал. Краба кто-нибудь убьет? Да. Я форту сказал, что там. О-о-о-о-о. Так, это кто? Аздоник видел. Видел краба, видел. Аздоник бежит, бежит, бежит. Мясо бежит. Не слышит, со. Да вы слышит. Битвы нахер в этом. Аздоник. Как-то я упал в бессознанку. Это просто. Да его много чего спасло. Просто он мне в прицеле и меня падает в бессознанку. Сейчас. Серьезно? Да. Раздонь, хочешь прикол? Когда высаживались, вас чуть не приняли всем отрядом. Вам повезло, что там чувак чуть... вылетел. Спитер, что ли? Нет, Спитером. Нет, Спитер вообще турист какой-то. Кто там нас чуть не принял? Рексар. Он вас увидел, когда вы подходили в этот момент? Корвус? Ваш отряд. Не, блядь, вот, есть, да, есть, да. Раненый в голову, пуля в голову. Краб умер? Нет, раненый. А кто его так? У него кровь Корвус. Из уха вылетела. Он живой? Да, живой. Сейчас пойдет добивать. Один на важных органах. Граната полетела. Убей его полностью. Давай, Корус. Боится. Угу. Ну гранатку бы закинул. Да, он закинул. Он. Все. Краб, ты такой везучий. Да. Вообще не. Ты был на входе, был у меня в прицеле, я падаю без сознанки. Прицеле в упор был. Или он что, или он еще жив? О, Спидер оружие нашел. Спидер нашел ствол, ура! Да он на спине его нес. Аздоник. Пойди с Спидером. Аздоник. Он пошел. Почему ты не кпшил бункер? Кончились кпшки. Что не валяк, кстати, слышишь, там он один был этот тип, который, с которым, ну, которого мы убили? Да, вроде. Окей. Думал, мы там с отделением воюем, а он там... О, все. Подожди, где? Который ну, на мальчик, севере? Ну, мальчик, я тебя убил. Ля, вот ты здесь, на снайперка лежал. Да? Вот ну бас. Кто со снайперка? ФСБ снял? Рунге Кутте. Офигеть, у него снайперка была, оказывается. Угу. Но он все это время в кусте сидел. Он меня все это время здесь сидел, там ни обзоры, ничего, просто, блядь. Да? Офигеть. Контрадерос, это не вот из домика привязал, который? Не, ну зашли-то хорошо. Хорошо. Чё-то наши снайпера. Аздоник, мы-то зашли хорошо, но нас все слышали и просто сзади потом к нам еще подошли. Кто слышал? Ну, я вообще сказал, где у него краб. Краб там ходил по спинам. Краб, ну, как-то на руку сильно реагировал. Да. Вот, три смола. Может сейчас убить либо Аляску, либо... По-моему, сейчас... Спидер мидзоне, это победа. Аляска тоже был везучий. Спидер просто не успел. И не сработает, как всегда, триггер. Обидно. Пашина починка. Да. Порт еще ищет, что ли? Партизан в деле. Спидер? Да. А он не успеет добежать, скорее всего.
Не, он уже близко. Триггер. Аляска умрет быстрее, вы все знают, где он сидит. Но не все же рискнут его штурмовать. Ну вообще да, не все знают, что все убиты. Может там целое отделение еще живое. Да он всех положит. Сейчас Каркарыч его запалит, убьет. Еще и танк где-нибудь заныканный. Все, спидер в зону уходит. Чем в снаряжении, которое лежит возле вертолета, лежит две синие коробки с подобою? Что, правда, что ли? Из-под чего? Каркарыч. Ну, коробки синие для обуви. Сменная. Вообще-то да, это сменная обувь. Это у Бутика юмор такой, видим. Вообще там М109 должен лежать. А? Лежит. А лежит обувь. Тут и мед, ящики есть, тут все есть. В смысле, это вот эти, это ж, блядь, от химсвета коробки. Аляска полный рост, и это ну, не похоже на это. Фига обувь по размерчику-то это. Женские сапоги. Блин, Каркарыч, господи Иисусе, посмотри, убить его, а? Че он там? Да он сидит в бункере. Ага. Упор практически к этому и не видит его. Не, он смотрит, мне вообще не видит. Дима, я понял, почему у меня была хуйня с ВПСом. Ну? У меня там ебучее, как его, сглаживание одно было включено. На какую-то высокую херню. Понятненько. Спитер что-то гуляет по лесу, блин. Нет, у меня было 120, кто-нибудь, но у меня, блядь, я не знаю. Из обороны объяснит, что делает Спитер так далеко от базы? Да, что типа засада была. Да он просто гуляет. Питерская засада. Ну и, наверное, в разведке парень стоял. О, все, минус Аляска. И нет. Не живой. По нему, по-моему, прилетел еще на разок. Железные нервы. Не попадает. А, он сидит. Каркарыч. Да у Каркарыча руки там поломаны. Стреляют? Не, у него вроде нормально с руками. Там же встал, там же встал. Питер, Питер. Питеру надо добежать до зоны, типа? Да. Если он добежит до зоны, то вы бы проиграете. Мы проиграем? Не проиграете. Я не оборон, я так. Значит, если он добегает, то... В любом случае не проиграем. А если я пацифист? Ты всегда... Какая нахер разница, Спитер там где-то на краю аэродрома, а аэродром захвачен уже, по сути. Там уже сейчас Колби зайдет в спину. Привет. Да лоб его умаслонёт сейчас. Шикарыш, мусон. Прямо сейчас, в затылок. Бум-бум! Чё за снайпера там лазит? Убейте его. Снайпер работает, сплиз. Они его должны видеть сейчас, просто в упор. Там бункер вот этот. Да не знаю, где уже это чё-то. Всё, оу, спитер в зоне. И они не тот смотрят бункер, они смотрят дальний, но на ближний смысл. Да, всё, всё, всё потеряно. Неужели так сложно просто подойти и расстрелять его? Расстреляй, подойди. Я уже умер. Так почему ты умер? Потому что расстрелял. Потому что я флайер принял. Ну видишь? Потому что он расстрелял флайера. Ты ничего не понимаешь. Понимаешь? Те, кто умирают первыми, они всегда умнее должны давать советы. Нет, ну я в курсе, я знаю. Это тема стандартная, я разобрал. Кто умер первый, тот умный. Кто родился советчиком. Мы с Вороном, кстати, довольно неплохо зашли там. Только если бы не снайпер мерзкий какой-то. Который лежал там, это пусть. Говорится, что бы ты ни говорил, ты же мёд. Да. Сейчас Питер сольётся, он бежит прям на целые два человека на горе. Целые два человека. Пока еще целые, да? Пока еще два. Аляска страшно вообще сейчас должно. Он Питер по-любому должен быть. А ты себе что делает? Он что, пацифиста заделался? Тролль какой-то. Куда Карыч еще побежал? А с Аусе хоптикой что ли? Решил своих фланганов побежать. Вот такая Аляска с костями выживает. Господи, как же хорошо. Нет, Питер, пожалуйста, убил этот Аляска. Гад. Питер убил? Это не Спитер убил? Нет. Спитер убил. Спитер подполз. А убил Спитер? Питера. Пиздец, у нас такой бардак нахуй на чистоте был. Сколько я бежал? Питер.
Судя по разговорам, да.